Здравствуйте, с вами Екатерина Воронченко. Похолодание, о котором говорили синоптики, к нам пришло, октябрь снова загрустил. Итак, этой ночью на севере ждем до 6 градусов тепла, облачность будет переменной и вероятен кратковременный дождик. Ветер северный 6-9 метров в секунду, а вот дневная температура до плюс 13. В Дубосарах и Григориополе этой ночью до плюс 7, также небо затянут облака и вероятны осадки. А вот дневная температура на градус выше, здесь до 14 тепла. Ну а на юге этой ночью 5-7 выше нуля, облачность будет переменной, все те же осадки немного подпортят картину дня. Ветер северный 6-9 метров в секунду и дневная температура до плюс 14. Но в последующие сутки осадки маловероятны, зато температура немножечко понизится. У меня на этом все. До встречи!